Всем привет! 17 октября. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, цыпочки. Привет, волкам. Привет. Сегодня суббота. Вот, мы уже давно проснулись, уже на ногах и съездили. Нас сейчас угостили рыбой, щукой. Угостили мясо. Олениной. Да. Мясой. Карасями. В общем, две щучки живые, я их почищу. Два карасика живых, я их тоже почищу. И мяско сейчас отвезем бабушке, чтобы бабушка в морозильный ларь положила, потому что у нас ларя нету, да, хранить негде. Так что нас немножечко едой подзатарили. В общем, там оленина, сердце. Короче, вкуснота. Сейчас едем, поедем к бабушке, потом заедем в магазин и уже домой рыбку буду чистить. Вам покажу, какая рыбочка серая у нас. Вам покажу, какая у нас рыба северная и что у нас будет готовиться. Как раз к нашему экономному меню это очень-очень хорошая подмога будет. Вот так. Холодно. Плюс 1-0. Но это не такие плюс 1-0, как весной. Это уже такие, более зимние. Отвезла бабушке рыбу и оленину. А бабушка взамен дала клубнику. Нашу сдачу с огорода. Так что обмен произошел. Ну что, в общем-то вот такая рыба. Здесь два карасика и две щучки. Ну, щучки сантиметров, наверное, по 80, наверное. Где-то примерно так. Эти карасики еще живые даже. Я сейчас положу их в ведро. Вот этот еще трепыхался. И страшно так. Они, знаете, лежат-лежат, а потом раз такие и начинают из рук вырываться. Держу камеру на случай, если они меня испугают, чтобы камеру не выронить. Так, а щука залезет сюда, не залезет. Хочу положить, холодненькой водичкой залить, потому что мне надо демонтировать вам ложек. И вот они пока будут под холодной водой. Вот такой вот презент, подарок нам приготовили. Ну а пока там готовится ужин, я хочу, знаете, проверить один лайфхак. Смотрите, вот здесь была этикетка, остался клей, видите? Этот клей я ничем не могу смыть, и в посудомойке, в общем, банка мылась. Банка очень хорошая, с широким горлышком. Хочу проверить лайфхак. Значит, для того, чтобы убрать этот клей, нам понадобится масло подсолнечное, как говорится в видео, и бумажное полотенце, либо ватные диски. Значит, попробуем. Берем нашу банку, ставим пока сюда. Берем бумажное полотенце. Хорошенько смачиваем маслом. Берем банку. И начинаем оттирать. Ну, что я вам могу сказать? Девушка там так легко в видео это дело оттирала маслом. Ладно, возьмем еще масло. Ну, пока вроде бы ничего не меняется. Или мне так кажется, но, по-моему, клей от этикетки маслом не смыть. Видите, сколько не тру, ничего не меняется. Так что лайфхак не работает. Пойду дальше штудировать интернет на предмет, чем же можно убрать этот клей с банки. Ну что, вся рыба разделана. В общем, вот две щуки получилось. Ну, довольно таких больших. Два карасика.
Здесь головы, икра, молоки, печень. Из этого, из голов, хвостов я сварю бульон. Тут меня щука укусила. Ну и, в общем, карасей запекать в сметане и щуку жарить. Просто сейчас засолю, заперчу и на ночь уберу, потому что сегодня уже жариться не буду, а завтра буду готовить. У кого-то четверг рыбный день, а у нас будет воскресенье. Всем привет, 18 октября. У Симы время игр. Сим, ты вот не помещаешься в камеру. Ты зачем у него шерсть выдрала? Кстати говоря, у Симы такая шерсть, что из нее можно носки вязать. Ну, новые подписчики будут теперь знать. Сим не умеет на самом деле играть. Именно ему не интересно, как игра, ему интересно перегрызть эту веревочку. Взять в лапы и перегрызть. Да, Сим? Вот так. Поэтому на выставку все думают, что он такой игривый котенок, такой классный. А он просто резинку хочет сажать. А интересно, вот много у кого коты ради резиночки все это делать? Терпеть? Я не играл ради резиночки. Смотри, раз вообще. И перегрызть. И я... он одно время перегрызал у обуви шнурки, которые именно с резинкой. Да, если сейчас оставишь, он перегрызет. Да, если в рюкзаке какие-то резиновые шнурочки. Если резинку оставишь, канцелярскую на левом. Какие у тебя зубы? Нельзя, нельзя, Сима. Фу. Ну, а у нас здесь с вами продолжение экономных эпопей с приготовлением обедов, супов и ужинов. Сейчас у нас две свеженьких щучки были разделаны. Тут две головы, два хвостика. Собственно говоря, я это сейчас отправлю в мультиварку и буду варить наваристый такой бульончик из рыбки. Знаете, какая она зубастая? Сейчас руки помою, покажу, какая она зубастая. Сейчас вам продемонстрирую ее зубья. Видите, там внутри. В общем, когда туда попадает еда или попадает рыбка мелкая, назад уже пути нету. Именно вот здесь, смотрите, на небе. Видите? Вот это у щуки такие зубы. Именно вчера вот здесь она мне так и укусила. Набираем водичку. Берем щучку. И отправляем сюда. Варить буду по тому же принципу. Она меня покусала. По тому же принципу варим. Я смотрю, все глаза вткнула вовнутрь. Думаешь? Мама. Смотри, как красиво. Цвет. Подружка. Варить. Варим по тому же принципу, как и холодец. Ставлю часа на 3-4. Посмотрим, буду смотреть на ее поведение. Сейчас поварится часа 2. Закину потом морковку, закину лучок, картошечку. И будет уже такая вот ушица. Как ни крути, мне очень сильно полюбилась вся эта тема с мультиваркой. Эй, стоять. С мультиваркой, с бульонами. Включаю сейчас на режим суп. А затем будет режим тушения. Но уже с овощами, с лучком, с морковочкой и с картошечкой. Сейчас уха на режиме суп. Значит, я чуть-чуть посолю.
отправлю целую луковицу. Здесь я подготовила картофель, морковку, лук, лавровый лист и душистый перец. Отправляю все это сюда. Так, немножко многовато бульона. Здесь объемные головы, поэтому получилось, что немножко многовато. Сильно не перемешиваю, потому что рыба дело такое, нежное. Самое, конечно, вкусное уха, это когда идет сборная из разных видов рыб. Но у нас вот такая. Закрываю. И ставлю на режим тушения. Мы уезжали, в общем, Саша дома была. Смотрите, бульончик-то ахты-ахты, вкусно-вкусно. Я немножечко сюда подсолнечного масла добавила, чуточку-чуточку, буквально вот даже меньше столовой ложки для... Ну, щука это не жирная рыба, я думаю, вы понимаете. Саша уже бульон себе отлила, говорит, очень вкусно. Здесь сейчас будем испытывать мою новую форму от Pyrex. Купили в ленте, помните, за 200 с чем-то рублей. В общем, сюда я помещу вот этих два замечательных карасика. Накрою фольгой, духовка уже разогревается. Они у меня поготовятся. Затем я смажу сметанкой, открою фольгу и будут запекаться. Ну а здесь штукенция, щукенция. Две щуки, таких увесистых. Ну, в общем, где-то примерно по 5-6 килограмм. Ну, обе щучки были. Короче говоря, их режу и жарю, как я привыкла, ну, обжаривать потом в противень и в духовку. И, в общем-то, здесь, ну, потроха, икра, печень, молоки, щуки тоже отправятся в духовку. Девчонки сейчас приехали домой, и я в небольшом шоке. У нас на канале 2290 подписчиков. А я не знаю, откуда... Пошла к Саше на канал, вот так Саша может... Я не знаю, в общем, опять приехали, опять сюрприз. А видео за час набрало 1000 просмотров, это вообще как-то выстрелило. В общем, иду слушать Сашу. Вы уже много раз видели, как я готовлю и жарю рыбу, поэтому я не буду сейчас утяжелять это видео еще этим рецептом. Он уже есть много раз на канале. А, пошла слушать. Приятно, слушайте, мелочь, а приятно, да какая мелочь, ничего себе. 100 подписчиков привалило, никакая не мелочь. В общем, все. Потом вам расскажу. Щуку я вам уже показывала много-много раз, да? Но вот так конкретно выглядят карасики. Я сейчас накрою фольгой и отправляю их готовиться. Эта рыба может быть с эпистархозом, поэтому я выдерживаю всегда температурный режим, чтобы точно и безопасно можно было употреблять, не боясь, в пищу данную рыбу. Готовка у меня полным ходом. Смотрите, это просто бюджетный получается ужин. Но, как вы понимаете, мы рыбу не покупали, да, нас угостили. Поэтому здесь щука, вторая партия. Здесь карась уже постоял час под фольгой. Я фольгу сняла. Сейчас намажу сметанкой. Здесь у меня первая партия. Вот туда загляните. Первая партия щучки. Видите, как там жарко? Так. Ну, а сюда переселила уже мультиварку. Стоит на подогреве. Здесь у нас ушица. Как раз таки из этих щучьих голов. Ну-ка скажите, чем не экономно, а? Две щуки, два карасика. Отличный царский ужин. И вкусная-привкусная ушица. Сейчас сметанкой будем мазать. Караси в сметане. Это очень-очень вкусно. Я помню, когда на север сюда переехали, это было излюбленное местное блюдо у всех. Нам тоже понравилось. Папа очень много рыбы различной ловил. И мы тоже быстренько-быстренько приловчились, научились также готовить. А если еще домашняя сметанка, настоящая, это просто песня. Жирненькая. Карасиков хорошенько намазали. Сейчас отправляем дальше их выпекаться. Запекаться, выпекаться, приготавливаться.
Так, закрываем. Ну а здесь наступило время переворачивать рыбку на другой бачок. Ну что, спешу вам показать. Красив сметане готовы. Подрумянились. В общем, так вот выглядят. Здесь залила сковороду уже водой. Сейчас она нагреется. И сюда отправила щучку. Сейчас она быстренько здесь доготовится, дотомится, и можно кушать.